Так, опять погоня. Да? Да ну ты успокойся. Автомобиль ВТО. ВВ-57-73. Принимаю право, шам остановку. Да. Водитель. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут на полиции старший колхоз. Кто? Патрульная полиция старший колхоз. Что там, командир? Вы себя хорошо чувствуете? Да ну так. Не слышу вас. Так себе. Не могли бы вы снять капюшон? Не, холодно. Я не слышу вас громче. Холодно. Холодно? А. Водитель, вы ехали без ближнего включенного светлофара. Вы в курсе? Не может быть такого. Водитель. А. Не может быть такого. Я не слышу вас. Не может быть такого, говорю. Может? Не. Мне на табло все горит. Это старый наш знакомый. Какой старый знакомый? А сколько старый? А что случилось, пацаны? А куда вы уезжаете? Тот полицейский, который был или будет ролик про Трукам, где они вменяли женщине о том, что она превысила скоростной режим. И как он со мной разговаривал, вы увидите это все. Как он себя вел, тоже это вы все увидите. А сейчас ему сказали, что это оказывается водос. Я хотел ему другое доказать. Так что получается, водосу можно ездить так, а другому обычному нормальному человеку, который по ошибке забыл включить тот же свет, ему выносят постановление. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал, обязательно вступаем в наши группы. Надзор Харьков в Телеграме и Надзор Харьков в Инстаграме. Поэтому я вас всех люблю и уважаю. Все, всем пока.